Наконец-то разобрались мы с результатами обруча. Итак, что касается Кубка мира, то его выиграла Зарина Гизикова, на втором месте Тамара Ерофеева, на третьем месте Анна Бессонова, чей мяч сейчас был у вас на экранах. А что касается Гран-при, то Гизикова и Ерофеева так и остались на первом и втором месте, а на третьем месте Симона Пейчева. Идентичная ошибка, похожая на то, что была вчера в скакалке. Тоже ловля под ногой. За нее дают бонус. Вот выскользнул мячик. Немного опоздала с музыкой, но это не смутило. В самой концовке четко поймала мяч в колени. С Аней, кстати, в Москву тоже приехала мама. Она в прошлом тоже гимнастка. Виктория Бессонова. Кстати, выступала в парных упражнениях вместе с Ириной Дерюгиной. Ирина Дерюгина и Альбина Николаевна Дерюгина работают в паре. В Киеве у них есть своя школа. Вот с этими двумя ведущими гимнастками они работают вместе, но, как правило, с Аней работает Альбина Николаевна.